Приветствую, братья и сестры. Думали ли вы о том, что люди часто слышат Евангелие, но не принимают? Казалось бы, даже несколько лет могут ходить в церковь, слышать проповеди, звучит Слово Божие, а человек остается также еще не уверовавшим, не принявшим Иисуса Христа как своего Спасителя. Почему у людей разная реакция на Евангелие? Одни слышат и сразу принимают, а других нужно много лет, а кто-то вообще отвергает. Хочу предложить вам один текст Писания, о чем мы сегодня порассуждаем, о Евангелии. Мы будем говорить, все, что происходило, это записано в Евангелии от Луки в 7 главе. Служение Иисуса Христа на земле сопровождалось великими чудесами. Об этом распространялись слухи, люди рассказывали друг другу, говорили о том, что появился человек, великий пророк, они говорили, это Луки 7:16. Они долго уже не видели, чтобы в Палестине, в Израиле снова был пророк. 400 лет уже было молчание. И вот появился человек, он совершает чудеса, люди рассказывают друг другу, к нему стекается народ. Видя и слыша все это, ученики Иоанна Крестителя рассказали ему о всем. Иоанн был в темнице в это время. Но они видят, они уверовали в когда проповедовал Иоанн Креститель, и они видят, что теперь к Иисусу стекается много людей, и видят, что его дела, они действительно велики. И они спрашивают, приходят к Иоанну Крестителю, рассказывают ему обо всем этом. И Иоанн посылает двоих учеников к Иисусу, чтобы удостовериться, что Иисус – Мессия. Но не сколько для себя, столько для своих учеников. Он ведь знал, что он был предтечей, он знал, что пришел Иисус Христос, но он понимал, что его служение, оно закончилось, потому что он был перед Христом, он готовил ему путь, а ученики были люди уверовавшие, куда им дальше? Он должен был указать на Христа, и вот он отправляет таких учеников к Иисусу, чтобы удостовериться, он ли Мессия. Иисус указал им на свои дела и сказал основные слова, это Луки 7:23, «И блажен, кто не соблазнится о мне». То есть Иисус открыл им себя, он показал им, что нужно следовать теперь за Иисусом. А теперь прочитаем, что было после этого. Евангелие от Луки, 7 глава, с 24 стиха. «По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды, но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Божьем больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него. Христос обращается к людям с вопросом, акцентируя внимание на их любопытстве. Когда они знали, что происходят чудеса, точнее, когда они услышали о том, что появился человек, который также необычно проповедует, давно они такого не слышали, и что он ведет необычный образ жизни. Он находится в пустыне, и Иисус спрашивает, что вы ходили смотреть в пустыню? Истощавшего человека, что вас привлекало в нем? Внешний вид. Человека в необычной одежде, потому что Иоанн Креститель одевался в простую одежду. Или вы ходили смотреть человека, который питается не так, как вы? Или вы ходили смотреть пророка, потому что вы поверили? Люди, узнавая о том, что на Иордане крестит необычный человек, стекались к нему послушать люди всех мастей, от грешников до законников. Религиозные люди, деятели, фарисеи, они также пошли послушать, о чем же говорит этот человек.
Иисус дает характеристику Иоанну и объясняет, что он был тот, кто приготовил путь для Иисуса. Воля Божия была в том, чтобы Иоанн проповедовал покаяние и изменение греховной жизни через крещение. Народ, слушавший, и грешники приняли слово, поверили и крестились. А фарисеи и законники – это религиозная группа людей. Они отвергли. Иисус, продолжая речь к людям, сказал, продолжаем читать Луки 7, 37 глава, 31 стиха. «Тогда Господь сказал, с кем сравню людей рода сего, и кому они подобны? Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали. Ибо пришел Иоанн Креститель, ни хлеба не ест, ни вина не пьет, и говорите, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорите, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость всеми чадами ее». Иисус сравнивает людей, которые были в то время и слышали проповедь Иоанна Крестителя. Они видели также и служение Иисуса Христа. Обращая также внимание на эту религиозную группу, Иисус вот сравнивает себя и Иоанна Крестителя. Иисус показывает пример на детях. Вы, наверное, у кого дети сейчас маленькие замечаете, у кого были дети, вспомните. Часто дети затевают игры друг с другом. И бывает так, что появляется тот, которому все не так. Игра неинтересная, правила неправильные, не по его условиям и так далее. То есть Иисус говорит, играли в похороны, вы не плакали. Играли в свадьбу, вы не радовались. Почему Иисус так сказал? Он, обращаясь к этим людям, говорит, когда пришел Иоанн Креститель, его образ жизни был очень аскетичен. Жил в пустыне, ел очень скудную пищу, одевался просто, но проповедовал истину. Такой вариант религиозных людей не устраивал. Отказаться от комфорта, от религиозной пышности, а этого они не хотели. И они называли его одержимым. Нет, этот человек что-то не так говорит, этот человек неправильный образ жизни ведет, что это такое? И не принимали его. Они не приняли его потому, что сами определяли, что есть праведность. Они видели только внешний облик Иоанна Крестителя. И не обращали внимания на слова, которые он говорил, слова, которые были от Бога, чтобы изменить образ жизни, чтобы покаяться, чтобы привести жизнь в соответствии с законом, со Словом Божьим, то, что было дано израильскому народу. Пришел Иисус Христос. Дальше Иисус Христос говорит о себе. К тем же людям, которые видели Иоанна Крестителя, и вот они видят Иисуса Христа. Пришел Иисус Христос. Иисус Христос ведет публичный образ жизни, находится среди людей, идет и к бедным, и к богатым, на свадьбу и на похороны, к больным, к прокаженным, к одержимым, к преступникам, к грешникам. И Иисус тоже выполняет волю своего Отца. Он несет в мир Евангелие, добрую весть о Царстве Божьем. Какая теперь реакция у этих людей? Они говорят, что он объедается и напивается, что его друзья – презираемые люди и грешники. Эти люди не скупились в своих грязных суждениях, если они называли Иоанна Крестителя одержимым, то также они говорили и об Иисусе Христе, говорили низко и богохульно. Их не устраивало то, что говорил Иоанн Креститель, потому что они смотрели на его жизнь, и их не устраивало то, что говорил Иисус Христос, они смотрели на его действия, и это тоже не складывалось с их пониманием. Они хотели принять истину на своих условиях, так как они считали. Они не вникали в слова Иисуса Христа, что Он говорит истину. Получается, что люди не ищут познания о Боге, не ищут мира и покоя для своей души. Они живут плотскими ценностями, прикрываясь религиозным видом. К сожалению, они отвергают волю Божию о себе,
Павел говорит о Христе так, 1 Тимофею 2:4, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Воля Божия в том, чтобы все люди спаслись, но не все принимают верой Евангелие. 35 стих 7 главы Луки, такое, так написано: «И оправдана премудрость всеми чадами ее». Здесь Христос говорит о себе и о тех, кто уверовал в Него и стали Его детьми. В 1 Коринфянам 1 глава 30 стих Павел записал: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Иисус Христос сделался для нас премудростью. 1 Коринфянам 2:6. «Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Премудрость о Боговоплощении. Павел говорит о Христе как о премудрости Божией, который был предназначен для нашего спасения. Также и Христос сказал, что те, кто уверовали, дети Его, они оправданы. Те, кто ищет спасения, ищут прощения грехов, кто устал от пустоты в сердце, от бесплодной жизни, кто не имеет покоя своей душе, может, кому-то надоело быть религиозным, но не иметь истинного счастья, для тех сегодня звучит Евангелие. Только Христос и только Евангелие могут изменить твою жизнь. Дорогой друг, сегодня посмотри на слова Иисуса Христа, которые Он говорил о себе. Он обращался к людям, но они не приняли. Попроси Бога открыть тебе эту истину и, приняв ее, быть свободным и счастливым в Иисусе Христе, чтобы пока ты имеешь возможность слышать Евангелие, ты его принял, был спасенным. Аминь. Помолимся.